Добрый день. В эфире программа «Мое слово». Сегодня такая нетрадиционная программа по той простой причине, что обычно в четверг у нас выходит программа, посвященная свежему выпуску номера журнала. Но сейчас немножко, немножко мы переиграли по той простой причине, что я очень надеюсь, что в тот момент, когда вы слушаете программу, я в командировке в интересной нахожусь, где вы узнаете потом, обязательно об этом, об этом расскажу. Поэтому заранее сегодня программа записана. Гость мой сегодняшний, кинокритик, исполнительный проект, креативный, прошу прощения, продюсер да. Андрей Алферов, мой коллега, он еще и журналист. Андрей, привет, спасибо большое, что пришел. И привет тебе и здравствуйте всем. Мы же мы с Андреем уже как-то разговаривали. Андрей тот человек, который может нам объяснить вообще все о современном кино, о том, как оно влияет на жизнь, как жизнь влияет на кино, как искусство преобразует мир, а мир преобразует искусство. И я вот почему-то, почему, ну не почему-то, я а даже объясню сейчас почему. Когда объявляли итоги выборов, и когда стало понятно, что следующим президентом Украины будет Владимир Зеленский, я сразу подумал о тебе, потому что ты, наверное, единственный тот человек, который сможешь нам объяснить, какую роль в победе Владимира Зеленского сыграло кино, а вернее, будем так говорить, сериал. Ведь, в общем, насколько я понимаю, вот при помощи этого самого сериала, при помощи э, многосерийного фильма под названием "Слуга народа" был э, был создан некий образ президента, за который многие в конце концов и проголосовали. То есть искусство теперь начинает нам диктовать условия э, в том числе и политической жизни. Ну. Но... Искусство давно, оно не диктует условия, оно моделирует жизнь, а потом сама жизнь начинает, как по, знаете, как по чертежу. Вот дом, чтобы построить, нужен чертеж сначала, да? Если нет представления о том, как это все возводить, нужно начертить, и потом оно как-то может построиться. И это не первый пример, когда кино так влияет. Я в первую очередь, ну так, такой степенью влияния обладает американское кино. Самые сильные в этом смысле. И в американской истории есть примеры того, как это же американское кино использовалось в президентской гонке. Томас Джефферсон при помощи кино выиграл когда-то выборы и, отдавая дань кинематографу, построил кинозал в Белом доме, где теперь проходит с тех самых пор такие президентские просмотры, ну, в смысле, президентские просмотры, когда президент и его окружение смотрят какое-то кино. Там главный киноман на американском троне был Билл Клинтон, который приглашал всех, вот, Дэвида Финчера, там, до, 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 до других больших мастеров, и часами с ними беседовал, смотрелось кино, ну, потому что, понятное дело, что, что главное оружие массового поражения США — это кинематограф. При помощи кино Америка придумала свой главный город, не Вашингтон, разумеется, Нью-Йорк. Нью-Йорк сначала был создан в кино в такой картине, как «Метрополис» 27 года Фрица Ланга. Потом реально Нью-Йорк стал строиться по модели, придуманной в кинематографе. И, и, три фильма, как известно, развивали этот город. Кроме «Метрополиса», это был фильм «Тени» Джона Касаветиса и «Манхэттен» Вуди Аллена, страшно повлиявший на облик города, даже на картину с недвижимостью с рынком недвижимости э, в конце 70-х, начале 80-х годов. Так что это не первый пример. В истории Украины, э, ну, я сходу могу назвать один пример влияния кинематографа на жизнь. Это «Те незабытых предков», когда Сергей Параджанов, э, те из слушателей, кто помнит хорошо этот фильм, помнят, наверное, сцену, где Иван женится на Палахне. И им, э, двум молодоженам, с завязанными глазами одевает... Э, одевают ермо. Вот эта сцена была придумана Сергеем Параджановым. Никакого такого ритуала у гуцулов никогда не было. Они даже, наблюдая за тем, что происходит на съемках, даже пытались ему запретить снимать так, потому что это вранье. Но Параджанов был так убедителен, что этот ритуал теперь существует, и его играет на всех свадьбах гуцульских вот в Верховине. Вот, вот вам пример того, как кино чего-то придумала и жизнь прогнулась под, под под этим, а в случае с Владимиром Зеленским, э, знаете, вот год назад э, я комментировал телеканалу Дождь, э, вот слугу народа, и они мне задавали вопрос: а вы не думаете, что это может использоваться Владимиром Зеленским э, в, 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 там для предвыборной гонки, для включения в предвыборную гонку? И тогда я сказал сказал, что нет, я так не думаю. И у меня таких мыслей даже не было, потому что я думал, ну, зачем вполне себе успешному шоумену, продюсеру включаться еще в политическую гонку? Вот, ну, что это ему даст? Он и так достаточно влиятелен, Он неформально, он главный народный артист Украины. И это бесспорно, потому что 95-й квартал, ну, вот он просто был везде и есть везде. И... Помощь кинематографа в этой предвыборной кампании она, конечно, сильна, но не надо забывать о том, что Зеленский это не просто там: взят какой-то артист, поставлен на главную роль в сериале, а потом он стал, э, а потом выигрывает выборы. Нет, ну его ведь все любили. Ну, я работал на телевидении, я знаю. Какую высокую долю это показатели популярности обеспечивал 95-й квартал всякому телеканалу, кто покупал его продукцию? То есть, это вот ну, у одной эпохи главный народный артист Владимир Высоцкий. А у другой эпохи Владимир Зеленский. Ну, и это надо как-то вот с этим надо смириться, это нужно признать, это данность. ну вот. Но, Например, Владимир Высоцкий не ходил в политику? Или просто не было ну, тогда, другие были возможности? Тогда, числе ну, тогда вообще, а кто тогда из генсеков имел хоть какое-то артистическое, так сказать? Ну, по-моему, единственный человек, который что-то понимал в искусстве, по-настоящему был ценитель всего тонкого, это, это как мы знаем, Мандропов вот понимал, но у него не было никакой артистической биографии, ну время тогда другое было, а вот ну сейчас вот так вот ну и так произошло большинство Украины проголосовало Другие там возмущаются в Фейсбуке, как такое могло случиться. Ну, вот так. Но возмущается средний класс, разумеется. Средний класс, наверное, не ощущал на себе вот этого аттракшена под названием Проживи на полторы тысячи гривен. А иногда вот с пенсионерами начинаешь говорить, с мамой своей я говорил: Ну а пенсионеры сходили с ума вот когда на рынке подходит пенсионер и спрашивает Почем творог да потом покупает сыворотку, потому что у него у него просто не хватает денег на, на, на этот самый творог Ну и это тоже нужно понять и это тоже ну, ну вот, вот я не хочу сейчас про политику говорить. Ну, случилось и случилось. Ну что, мы живем дальше. Давай об искусстве. Раз о политике да. не хочешь, давай об искусстве. Ты сказал о том, что год назад ты еще не предполагал, что этот, что этот сериал, что кино, кинообраз может быть использован, телеобраз может быть использован в реальной политической кампании, может быть использован как такой таран, да, для который проложит в конце концов путь человеку, сыгравшему президенту к президентству. Может быть, стоит предположить, и я хочу, чтобы ты мне объяснил, прав я или не прав, что и у самого Зеленского тоже не было изначально, там, скажем, идей таких пробить себе дорогу при помощи сериала. А вот уже после того, как он вжился в роль телевизионного президента, после того, как несколько, наверное, психологически сросся со своим персонажем, может быть, именно это сращение, эта близость к своему персонажу его и в конце концов подбила. То есть сначала была роль, а потом была идея идти в президента, а не наоборот. Да, я думаю, что скорее всего. Но ну, мы мы же гадаем. Да? Мы предполагаем. Все, предполагаем. Э, да, все наши слушающие сейчас вы поймите, что мы это мы сейчас мы предполагаем. Видимо, скорее всего так и произошло. Я не думаю, что сериал планировался засделить как 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 главная платформа и ступень для того, чтобы идти в президенты. Нет, ну тут же понимаете, какая штука. Ну кино. Кино, это прекрасно, но вы же не забывайте, что результаты этих выборов это еще и результаты гигантского кризиса в а, современной украинской политике. Гиг, вот просто чудовищного. Ну потому что, конечно, бы Владимир Зеленский выборы бы не выиграл, если были бы а, внятные, внушительные кандидаты. Конечно же, Петр Алексеевич выборы бы не проиграл, если бы сделал хотя бы то немногое, что обещал. А, вот. И это тоже нельзя списывать со счетов. Да, безусловно, кинематограф сыграл. Да, безусловно, этот факт, очевидно, будет вынесен в какие-то энциклопедии и будет исследоваться. Да, все посмеивались над кинематографом. Да, а что кино? Да, кинишка, да, вот это вот презрительное. А вот вам, пожалуйста, результат. Да, люди смотрели. А что, мы никогда не слышали вот этих стенаний. Вот пришел бы какой-то, какой-то бы человек. Я вас уверяю, что если бы, например, в... России начала 90-х годов или там середины 90-х годов после выхода фильма Брат Сергей Бодров бы баллотировался в президенты. Ну, вот пофантазируем. Я вас уверяю, что он бы выиграл бы эти выборы. Но вот был народный герой, да. И человеку впервые там после долгого перерыва в тогда советском кинематографе писали письма с просьбой приехать и разобраться в маленькие городки большой страны, да, находящейся в, в диком отчаянии совершенно. Но вот и здесь также, ну а сколько такого было бы, вот пришел бы кто-то там. Ведь Украина всегда голосует за волшебника, а не за менеджера. М волшебника, который придет, махнет палочкой э и, и все изменит. Ну вот кино же это волшебство, вот там все по мановению такой палочки и происходит. Мы переживаем какую-то жизнь чью-то, а за два часа экранного времени не испытываем никакой боли. Можем там погибать, воскресать, в общем, все что угодно. Но вот, вот, вот проголосовали за волшебника. Вот интересно же получается, ведь, например, в телевизионные программы и новостные, и аналитические, ведь они тоже, скажем так, играют с реальностью. Там тоже есть темники, там тоже есть какие-то подходы, кого-то мочить, кого-то наоборот Конечно. восхвалять, но получается, что вот эти темники, вот эти вот подходы, они проигрывают киношным подходом, они Объясню, оказываются почему. менее эффективными. Почему? А потому что телевидение это все-таки публицистика, это газета в картинках там нету поэзии, там нету волшебства, там есть манипуляция, да, в зависимости от того, куда ты поставишь камеру, да, такой сюжет и будет, да. Поставишь камеру вот так вот, назовешь тех, кто в кадре вот этими, и это уже точка зрения, да. Ведь многие наши коллеги работающие, они забывают о профессиональной этике, забывают о том, что журналист во время политического митинга должен стоять в сторонке и наблюдать, да, и называть, э, и не принимать какую-либо сторону, а не включаться и там за этого кандидата, за того, это уже не журналистика, это уже не это уже агитация, да, это уже не не вот вам смотрите вот одни факты и вот другие и вот критическое мышление включайте, да, просуждайте на эту тему, вот, поэтому это публицистика, а кино это все-таки поэзия и ведь мы же про любовь больше понимаем через поэтические строчки да и про жизнь собственно да нам Высоцкий же про нашу жизнь яснее говорит чем все вместе написано вся публицистика там советского времени критическая какая-то правда вот поэзия просто яснее образность она дает более широкое и более глубокое понимание вот поэтому телевидение не может да ну тем более что э, более-менее обладающие критическим мышлением зрители и слушатели они конечно уже понимают что мы живем в эпоху фейков э, манипуляции вообще чудовищных абсолютно, да, а здесь вот такая какая-то вот изящная изящная простота, которая да сработала. Скажем, пожалуйста, у нас просто около минуты до перерыва, но тем не менее надо надо успеть ответить на вопрос. А поэзия не фейк? Поэзия, она даже если, скажем так, немного искажать реальность, она все равно более более честная, чем даже самая открытая и прозрачная публицистика. Думаю, да. Это образность, это не фейк, она не может быть фейком. Это образность. Ты можешь трактовать это вот так и вот так. Понимаешь? Ну, вот как? Вот как ты можешь там Пушкина или Шевченко назвать фейковые стихи? Да, вот Украина руина. Это, между прочим, рифма Шевченком придуманная. Вот как? это? Это что, фейк? Как это может быть фэй? Это образность. Просто ты можешь этот образ трактовать каждый для себя с точки зрения своего собственного опыта, своей собственной боли или своего собственного счастья. Это все читает, то есть становится соавтором. А публицистика не дает тебе ощущения соавторства. Тебе просто дают прочесть чью-то точку зрения, с которой ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты туда не включен. Мы прерываемся, как я уже и говорил, подошло время рекламы и новостей, но мы вернемся обязательно уже через несколько минут. Возвращаемся, возвращаемся в эфир. Напомню, Андрей Алферов, кинокритик сегодня, гость программы «Мое слово». И надо нам сделать не некоторую оговорку. Мы совершенно не, не желая того, ввели слушателя в заблуждение. заблуждение да не мы, Андрей, я, 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 я сегодня. говорился, простите, да, я, я назвал не того президента, вот думал я про Уудра Уилсона, а назвал Джефферсона. Ну, в смысле, основателя, ну, человека, выигравшего выборы благодаря кинематографу и основателя, собственно, культуры просмотр, кинопросмотров в Белом доме. Я хотел вот сначала закончить историю с американскими президентами, а потом переходить к украинской киноистории. Расскажи мне, пожалуйста, ты так вот удочку такую закинул, но, но нас всех подманил, но я так и не рассказал. А при помощи какого фильма и как он был использован? Вудро Вилсон в конце-то-концов оказался в Белом доме, в конце-то-концов оказался президентом, ну и вот и построил кинозал. А значит, если я не ошибаюсь сейчас, картина... Который, при помощи которой он выиграл эту предвыборную гонку, это был такой антивоенный памфлет с режиссера Томаса Инса, назывался он ⁇ Невинность ⁇ Вот я боюсь соврать против первоисточника. И оттуда были взяты из монолога главного героя целые, целые куски, которые стали его предвыборной речью. И вот, собственно, вот прям один в один ничего не искажая, вот бралось интегрировалась в предвыборную речь. И То... эти предвыборные речи, собственно, помогли ему выиграть президентскую гонку. То есть цитировался киногерой, ну, и да. за этого в конце концов киногероя проголосовали, э, проголосовали американские избиратели. Да. 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 — Вот смотри, ведь через какое-то время, через какое-то время, в случае Вудра Вилсона, в случае Владимира Зеленского, избиратель, который голосовал за киногероя, понимает, что пришел к власти не киногерой, а пришел к власти реальный человек, который когда-то играл или цитировал киногероя. Наступает разочарование после этого или нет? — ну, я думаю, я, конечно, конечно, наступает разочарование. Ну, а с другой стороны, мы же, понимаете, а мы что видим реальных э, вот реальных наших президентов? Они же спрятаны за, за вот этими э, фасадами и ширмами, э, сотканными политтехнологами. Мы что, мы Ну, слушайте, ну как? Ну, вот я знаю многих людей, кто работал с Петром Алексеевичем до того, как он пошел в большую политику. Ну, или там уже когда пошел в большую политику. Ну, ни слова, хорошего, там, работники Пятого канала, ни слова. Вот, или кто-то там еще другой. Ну, вот я не хочу ничего там сказать, плохого, да, ну вот давайте критическое мышление включим. Вот понятное дело. Ну а что, сколько надежд возлагалось в связи с Виктором Андреевичем Ющенко? Вот сколь и какое чудовищное и поражение демократии, и чудовищное разочарование было, когда, э, когда эта демократия, ну вот, ну то есть это это нам всем вопрос. Нам всем вопрос, мы все стояли за демократию на Майдане, и что потом? Мы там что-то все бубнили про культуру. На наших глазах последние пять лет уничтожалась а, великая там украинская культура, допустим, советского периода, а вся, вся эта мозаика. А что происходит с этой тарелкой чудовищной? Ш, вот что, кто, где власть за это вступилась? Вот. А дело Шеремета? Вы забыли про это что? А, а убитая девочка, а, девочка Гандзюк. Гандзюк, да? Вы про это забыли что ли? Вы критическое мышление включите. А расстрелянная небесная сотня. Кто автор этих расстрелов? Ну, понятное дело, что есть хорошие. Но вы про это-то не забывайте. Не нужно сейчас вот, вот. Ну, да, мы все рассчитывали. Да, у нас случилось разочарование. Ну. Но как бы понятно, что не только президент в этом виноват, но каждый из нас, вот каждый из нас немножко к этому причастен. Там, где мы молчали, там не вышли, там еще что-то. А Киев рушится на глазах вообще. Уродливые здания... Как, как, как модель уродливых отношений в обществе. Уродливая архитектура. Это не музыка, это черт знает что. Ну, так, архитекторы прошлых там столетий, десятилетий архитектуру называли музыкой. да, Была какая-то цельность. Сейчас у нас цельности нету, безусловно. Чего, от чего мы хотим от результата выбора? Че мы пеняем на. 75%, которые проголосовали не так, как бы нам этого хотелось. То есть разрыв, понимаете, мы живем в, как каждый в каком-то своем коконе и удивляемся, как это оказывается, наш мультик смотрим только, только мы одни, а, а другие в, в своем каком-то находимся. Ну, конечно, раз, то есть, ну, разочарование приходит, потому что да, есть некий образ созданный, а чем это не кинематограф? Ну, политтехнологи, они чем занимаются? Вот они ткут какой-то, чем это не кинематограф? Конечно, разочарование, потому что декларируется одно, делается другое. Ну посмотрим, что нас дальше ждет. Кстати, а теперь, может быть, мы будем ожидать появления какого-то нового жанра на стыке политехнологий и кинематографа, или этот жанр уже существует и как-то себя проявляет? Понимаешь, какая штука? Тут это очень тонкая штука. Это это ну вот нужен художник, который умело это это сделает. Вот нужен художник. Вот Эйзенштейн сумел, ведь там взятие Зимнего было не, не таким, как показано в картине «Октябрь», да, но официально вот считается, что оно было вот таким. Да? Все было много проще и, может быть, не, не так красиво. Должен стать большой художник для того, чтобы, для того, чтобы менять реальность и, не знаю, приводить кого-то к власти. А у Зеленского была большая репутация, его миллионы и миллионы массы, вот эти так называемые, да, всегда любили и любят до сих пор, они за него голосовали. Так что, ну, это не просто так, это невозможно. Там, мы сейчас соберем... И, большой и вот... художник зачастую не... Часто не понимаем современниками и не принимаем современниками. То есть здесь-то как раз наоборот, как мне кажется, должен быть какой-то такой крепкий, крепкий ремесленник, Нет. хорошо отдающий себе отчет в том, что, что ждет зритель. Это невозможно придумать головой. Я думаю, что Владимир Зеленский очень любит то, что он делает. Ему это нравится. Я не думаю, что Владимир Зеленский приходит домой и смотрит Бергмана и Курасаву а делает «95-й квартал». Он как, как режиссер Спилберг. Вот ему вот это нравится, и он это делает. Поэтому это у него выходит. Хороший ремесленник — это человек, который работает без сердца, одной головой. Не сработает. Понимаете? Вот Еще, кстати, про пример в американском кино. Ведь черный президент в американском кино сперва сначала появился в кинематографе. Чернокожий. Да, а потом был коронован, собственно, Барак Обама. Вот. И многие вещи кинематографом делается. Эта матрица закладывается, люди к этому привыкают и не понимают, о, так было бы здорово, да, ведь сколько вещей из кинематографа попало в нашу жизнь. Наша жизнь, в частности, вообще процентов на 70 состоит из американского... Тут тех вещей, которые мы потянули с экрана американского кино, от доставки пиццы, кофе, там, я не знаю, завтраков, дайнерсов, э, э, лофтов и тому подобное, даже внешний вид, это все пришло из американского кино из ну, в чат из кинематографа и в частности американского так что чего-то чего тут удивляться просто это недоисследованная вещь мы забываем о том что э, большинство э, ну то есть главный предмет экспорта США — это крашеный воздух, кинематограф. И Америка понимает важность этого всего, да? Правящие элиты американские — это владельцы крупных студий-менеджеров в Лос-Анджелесе. А мы до этого еще не дорастаем. У нас еще до сих пор это кинишка. Мы забываем, что это огромное оружие, да? Что, что Кремль, конечно, может творить все, что угодно, и Россия это прощается, потому что это родина Тарковского и Достоевского. А Тарковский самый прибыльный, самый кассовый российский режиссер до сих пор Прокат его картин приносит в госказну огромнейшие деньги. Его любят и ценят везде. Вот если бы мы к нашему кино, ну стали относиться по-другому, я думаю, что и у нас бы дела пошли как-то по-другому. А есть шансы на, возрож... на, возрождение украинского кино? Есть шансы на то, что... Ну, я понимаю, что с американским тягаться нельзя, ну, просто по, по количеству денег, по той многолетней истории американского кино, оно недосягаемо. Ну, вот занять какое-то достойное место. Мы уже как -то с тобой об этом говорили. Может быть, с тех пор что-то изменилось, занять достойное место где-то вот на европейском кинорынке. Может быть, даже если мы сейчас какие-то рыночные соображения отбросим, отбросим не на рынке, а вот просто вот достойное место среди европейских производителей кино. Ну, для этого нужен, ну во-первых, социальный запрос нужен. А совет, ну, Но, смотри, сегодняшний... социальный запрос гигантский. Люди с удовольствием смотрят сериалы, люди с удовольствием смотрят развлекательное кино. Может быть под видом развлекательного. Не отечественное, Юр. Не отечественное. Не отечественное. Ну то есть вот там главное зрительское кино производит победитель нынешних выборов. Главное массовое зрительское кино производит победитель нынешних выборов. А не оно массов... отечественное. А вот это все-таки это все-таки развлекательное кино. А если рассматривать кинематограф как зеркало, как рефлексию, такое зеркало всегда было в США и до сих пор оно есть. Американцы не боятся себя критически показывать. Да? Мы боимся смотреть на себя реальных, реальных, да. Мы, мы любим себя выдуманных. Результат этих выборов — это то, что мы любим себя выдуманных. Вот мы, мы обитаем в иллюзии. Может быть, потому что Украину придумал Гоголь, и, и у нас всегда поэзия, она выше, выше реальности. У нас нет реалистического искусства, никогда его не было. Вот. И если французы, например, вот у них есть там, скандальный кейс, связанный со священником-педофилом из Леона, да, то Франсуа Азон еще до того, как суд принял решение по этому скандальному делу, снял картину, где не расследование того, как священник это сотворил. Фильм вообще не телесно. Я сейчас говорю о фильме Божьей милостью, который идет в украинском прокате. А фильм о том, как французское общество знало 20 лет про то, что происходит в этих летних католических лагерях, и молчали. О том, как ребенок приходит домой и говорит маме, что с ним сделал священник, а мама говорит... Прекрати про это говорить, я знать ничего про это не хочу, и вообще что я могла сделать. Про, про молчавшее общество, да, вот, вот не боятся французы, да, безусловно, фильм даже в нынешних реалиях. При всем либерализме французского общества он натыкался на проблемы. Фильм пытались запретить католическая церковь, канал Плюс не дал деньги франсуазону, и даже издание саундтрека наткнулось на 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 проблемы. Несколько крупных лейблов, включая Universal, отказались издавать саундтрек к этой картине. Но эта критика французы смотрят на экран как в зеркало, рефлексируют по поводу самих себя. А, а у нас этого практически нету. Как только мы начинаем рефлексировать на эту тему, сразу вот э, э, ура патриоты начинают орать, что про нас подумают за кордоном, цены можно показывают. таки показывать, где показывается кино, что вот Украина, вот она такая разная, она говорит по русски, по украински, по татарски, по грузински. Но вот мы все разные, и в этой разности наша сила, мы друг друга обогащаем. Про это нельзя снимать, у нас нету такого, мы не хотим показывать реальную Украину, мы что-то выдумываем постоянно. Если не в одну сторону, то в другую, да нас Штевает. Я думаю, что объемы сегодняшнего украинского кино, они продиктованы как раз объемом запроса на него, потому что вот, вот ровно столько, сколько есть, ровно столько нужно, да, ровно такой градус рефлексии. Во всем остальном мы будем смотреть либо чужое кино и потреблять чего-то чужое, либо вот так вот развлекаться, чтобы вот в реальность не входить, уходить из нее. Вот, вот не думать о том, что у нас продолжается коррупция адская, разрушаются города, разрушается культура, тяжело жить, мы выживаем практически, мы там беднейшая страна в Европе, мы ни в какой там, как мы говорим, мы возвращаемся домой, мы нет, у нас, чтобы быть европейцем, нужно, очевидно, иметь какое-то европейское мировоззрение, да, вот, зрение на мир, у нас его, ну, очевидно, нету, это видно по архитектуре, по, по искусству, потому как мы хило развиваемся, мы молодая страна, ну, не знаю, у нас, ну, такая большая история, в конце концов, не знаю, первая кинофабрика в Российской империи была построена в Одессе, ну, типа у нас, да, начиналась традиция кино, вот, может быть, просто у нас такой какой-то нет балла до минулого к собственной истории, к собственной культуре, наверное, выйдите на улицы, там, попросите про процитировать Шевченко, кто знает, кроме того, что для людей Шевченко уже это вот мраморный памятник какой-то, да, кто это изучает, кто это пересматривает, да никто, плевать, в общем, все хотели, танцы заросли на часе, вот это главный лозунг наших этих владельцев кабинетов на Банковой, ну, вот так. У нас минута остается до очередного перерыва. Я все-таки хочу, хочу спросить, но ведь снимается кино, в том числе и кино, которое вроде бы как изначально критическое. То есть это все равно не настоящая Украина, это не настоящие люди, не живые, это какая-то пародия на реальность. Нет, снимается, безусловно, критическое кино, его очень мало, но оно снимается. Но беда же в том, что оно прокатывается в пустых залах. В пустых залах. Это кино смотрят на ура его показывают там Донбасс, как у нас шел. Да никто не хочет это смотреть. То есть это с радостью, ну в смысле с радостью, с интересом это смотрят французы, голландцы, немцы, литовцы, где-то американцы. Им художник яснее объясняет, что происходит у нас на востоке кровоточащим, чем новости. Чем, чем новости, которые все прекрасно понимают, что манипулируют, да, в том числе дичь абсолютная, президент страны владеет каналом. Ну это вообще какой то вообще на голову не налазит. И все, кстати, бы съели это. Вот, понимаешь, вот это здесь не нужно. Оно снимается, да, и, и честь и хвала тем режиссерам и спасибо государству и госкино, что деньги давались на эти фильмы, потому что иначе бы, ну, они бы не появились. Вынуждены прерваться, вернемся через несколько минут. Итак, это программа «Мое слово». Андрей Алферов. Продолжаем разговор. Мы закончили на не очень веселой истории, на истории о том, что кино в Украине снимается мало. Если оно снимается, то часто не находит своего зрителя. Но ведь, тем не менее, есть же целая огромная киноиндустрия. В этой огромной киноиндустрии работает немало людей. И, например, даже вручаются национальные кинопремии. Несколько дней назад же вручали «Золотую дзыгу». То есть, ну, по крайней мере, какие-то такие номинальные признаки жизни кинорынка в Украине присутствуют. Ну, кинорынка нету как такового, ну вот в рыночном смысле. Вот есть, есть, такая хромающая индустрия, понимаете, как... Ну, проект это финансируется в основном государством. Снимаются какие-то вещи неплохие, просто, но ну, это финансирование, как дырявый трубопровод, да, вот, ну, к сожалению, к этому трубопроводу подключается и куча проходимцев, которые, ну, понимая конъюнктуру, ура, патриотическое кино, как бы берут там денег и снимают плохое кино, хотя снимается там и, и хорошее кино. Один из таких примеров фильм «Домой», дебют, полнометражный дебют Наримана Алиева парня, крымского татарина, который снял картину «Домой» о том, как отец везет домой тело погибшего сына, где поднимаются болезненные темы и Крыма, и Донбасса. Отца играет в фильме «Ахтем Светоблаев». совершенно верно, да. Это, очевидно, там лучшая на сегодняшний день роль. И эта картина попала в одну из двух главных программ Канского кинофестиваля «Особый взгляд». И это для Украины огромная победа, не меньшая, чем чем какое-то олимпийское золото. Уже попадание туда, потому что по этой картине Запад наблюдает за нами, как мы развиваемся, кто мы такие, мы склонны к рефлексии или нет, что мы о себе думаем и и как какое будущее нас ждет в этой связи. Вот сня... да, вот государство дало, поверило э, авторам и авторы, в общем, э, эти э, эти надежды оправдали. То есть Съемки кино, съемки серьезных больших фильмов, это не бизнес, и на, на нем никто не зарабатывает. На них, на этих съемках никто не зарабатывает. Не зараб, Ну как, зарабатывают те, кто... Есть два типа заработка. Так. Одни зарабатывают на производстве. Это ненормальный заработок. Потому что нормальная киноиндустрия, когда развивается, там люди зарабатывают на прокате. То есть давайте сделаем хорошо чтобы пошел зритель. Прокатаемся, прокатаем это все и заработаем. В Украине в основном, как и в супредельном государстве, как мне рассказывают, вот зарабатывают на производстве. То есть дальше там трава не расти. Главное снять, там чего-то себе урезать. Понятное дело, сейчас скажу там, а иди докажи, понятно. Ну, нету никаких у меня доказательств в этой связи. Я опираюсь на какие-то внутрикухонные разговоры. Есть другой тип, немногочисленные представителей э, представители киноиндустрии, которые снимают кино, выводят его, например, в национальный прокат и зарабатывают там 60 миллионов гривен или там 25 миллионов гривен. Это заработок. Вот это игра по правилам. И возвращает деньги, например, взятые в госкино, обратно в госказну. Вот взяли как кредит в банке. Сделали, вернули и сами заработали. Или сделали авторское кино, продали какому-нибудь крупному западному дистрибьютору, какую-нибудь компанию Wild Bunch, и это прокатывается в Европе или, допустим, в Штатах, как в случае с картиной «Племя». И вот то, что фильм не взял здесь, в прокате, он, ввиду своей ну, такой художественной формы, доступной больше западному зрителю, чем нашему, ну, там, там просто зрительская культура выше, он зарабатывает там. Вот есть еще и вот такой тип а, заработка. Ты уже упоминал сегодня Лазницу, его фильм Донбасс. Я вспомнил о кинопремиях. И вот, собственно, фильм Лазницы Донбасс получил главную, насколько я понимаю, это главную украинское кинопремия да. Золотая Дзыга. Ну да, Соответственно, да. может быть, после этого, на него обратят внимание, зрители, может быть, после этого он, ну, что называется, зайдет. Или эти истории получения кинопремии, получения каких-либо наград, и интерес зрителя между собой не сильно связаны. К сожалению, художники, я сейчас имею в виду кинорежиссеров и общество обитают в разных пространствах. Украинская премия Бадзыга, она все-таки внутрицеховая больше. То есть, если бы фильм «Донбасс», например, взял премию Оскар, вот это бы работало более убедительно для широкого зрителя. То есть широкий зритель знает, что в том далеком Лос-Анджелесе американская премия достается украинскому фильму. Уже из-за интереса, кому там дали, люди пойдут это посмотрят. «Дзыга» — очень молодая премия. Внутри цеховая, мало кому известная. Ну, кроме того, что там, типа, что, что киноакадемию основала Виктория Тигибко, и э, это больше, опять-таки, через политику. Так, по большому счету, для миллионов людей в Украине, которые пытаются выживать на 2000 гривен, это вот. А им обычно, если говоришь, посмотрите, они говорят, слушай, ну такая жизнь тяжелая, что ты вот это еще вот тяжелое смотреть про Донбасс? Не хотим все, отстань и не будем. Это вот, ну, каждый из вас наверняка имеет такой опыт. Поэтому сказать, что, что сейчас вот повторно фильм в прокат выпустят и его посмотрят, ну нет, к сожалению. Да, при пустых залах прокатывался Донбасс, при полупустых залах прокатывался фильм «Кроткая», предыдущая картина Сергея Лазницы. Но, но важен вот культурный диалог, важен, безусловно, который ведется при помощи кино с Европой. Да, вот, вот Европа знает. Я надеюсь, что на следующей «Золотой дзыге» такую же награду будут вручать Нариману Алиеву, молодому автору, который снял фильм «Донбасс». Домой, который теперь оказался в программе Канского кинофестиваля. И это посмотрят. Ну плюс популярность Ахтема Саиты Блаева должна сыграть огромную роль, мне кажется, для обычного зрителя. Может он пойдет на Ахтема и наткнется на эту прекрасную, прекрасную в художественном смысле драму, описанную молодым кинорежиссером. Так что вот такая моя точка зрения. А Али и Лозница, они может быть, изначально ориентируется в первую очередь на, евро, на европейского зрителя, в первую очередь на того, кто ходит на какое-то фестивальное кино, на тех людей, которые посещают какие-то особые специальные показы, ну, скажем так, не массовый зритель. Они ориентируются, они ориентируются на те темы, которые их волнуют. Вот Сергея Лазницу волнует тема там, Донбасса, да, вот фей фейков, в котором мы живем, вот этих симулякров. Он живет в Европе, да, он понимает, этот эстетический код, при помощи которого разговаривает с таким зрителем. Поэтому он снимает такое кино. Он художник, да, это высказывание больше. А Нариман Алиев уже там и короткий метр его, и этот полный метр, как бы это тоже попытка монолога, да, про то, что болит его, ведь он сам крымский татарин вот чего тут угождать, но ну, было бы ненормально там снимать какую-нибудь инфоголика или еще чего-то, да, вот для таких режиссеров. Но с другой стороны, инфо... инфоголик это очень, э, ну, такое локальное для украинского рынка кино. М -м такое кино в канны и на Оскар прорваться не может, потому что, ну, и художественный уровень не тот, и, и, и вообще... Ну, скажем так, это это два, два разных типа кино. Вот эти люди прославляют, завоевывают олимпийское золото, условно говоря, на вот этих вот олимп... киноолимпийских играх. Вот. А, а эти вот, ну, развлекают здесь локальную публику. Вот и все. Короткий метр в каком состоянии? Вот ты упомянул короткометражное кино. Для кого снимается в Украине короткометражное кино? А короткометражное кино в Украине снимается для небольшого количества зрителей, которые посещают специальные показы, потому что короткий метр не прокатывается в обычном понимании а показывается только в специальных программах на кинофестивалях. Таким кинофестивалем вот теперь был фестиваль короткого метра, киевский международный, в жюри которого я работал. Вот обычно вот такая киевская или там харьковская или одесская публика приходит и смотрит. При полных залах, надо сказать, два зала кинотеатра Киев были прям забиты. Вот появляется огромное количество молодых людей, которые снимают очень интересные, очень интересные работы. И это больше, ну знаете, как это, это, это формирование автора этот человек набивает руку вот в этом есть какая-то свежесть где-то незрелость где-то в коротком метре могут себе позволить те темы которые ну, в большом в большом забеге невозможны вот, так что, ну, снимается много. Видите, ну, меняется все, в Украине меняется. Это же, мы сейчас находимся в, в таком э, состоянии, да, неосоветской Украины и модернистской уже, э, европейской Украины, когда вот одни еще неосоветские люди, да, они вроде одеты по-европейски, а другие уже европейские, потому что им пофигу на каком языке говорить, на украинском, на английском или на русском, или на французском, да, уже вот этих границ нету. Вот, я вижу много таких людей э, в, в залах, три требовательных людей, которые меняют эту Украину, меняют через, через кинематограф. Так что, ну вот, да, вот кто бы сейчас снял, например, полнометражный фильм про, про те чудовищные вещи, происходящие с тарелкой на Лыбецкой. Да, тарелка, знаменитая тарелка, архитектурное сооружение в виде космического корабля, которое построено было архитектором Флорианом Юрьевым, живым, слава богу, до сих пор который пытается отвоевать это свое сооружение, потому что это целая архитектурная симфония. Он еще мало того, что он еще скрипичных дел мастер, да, вот он производит музыкальные инструменты и сделает это великое архитектурное сооружение, которое бы сохранить, да. Но вот, ну, застройщики, да, вот мы в новой Украине живем, где, где закон не соблюдается точно так же, как и в старой, да. Застройщики решили торговый центром фигачить, да, а тарелку сделать аркой в, вход в этот торговый центр и короткометражный фильм цвет фасада синий. Как бы, это высказывает, это прихоть а, такого застройщика-олигарха, который в силу того, что у него много денег, он сказал, а я хочу, чтобы был синий. Ему доказывают, это нарушение архитектурной целости. А ему пофигу, у меня есть деньги, я вас всех тут, извините, раком сейчас всех поставлю. И что? И где мы все? Мы вышли на тот Майдан, мы перекрыли Л Лобецкую, мы остановили этот кошмар, когда рушится. Вот, вот, вот понимаете, вот смотрите, горел, Нотр-Дам-де-Пари, да? Вот если у Франции забрать собор Парижской Богоматери, Гюго, Вольтера, Гадара, будет... Франции не будет, ее не будет. Это будет просто население, живущее на определенном участке как бы Европы, да? Франция — это культура, да, любая страна. Забери у Америки Голливуд, там, а забери у Уолл-стрит, там, Нью-Йорке, не будет Америки. А что, что у нас есть? Вот эти вот уродливые торговые центры – это вот вот все, на что мы способны. Ну вот, а парень взял в коротком метре и, и снял эту историю, от которых, ну я знаю, у меня тошнота стала к горлу подходить от адской несправедливости, когда вот вот люди у власти уже пережили этот Майдан, уже казалось, сколько же мы, можно... а это все продолжается, это все традиция, когда вот вот за деньги можно все. Вот. Вот это мы только вышиванки так наряжаем, да, на себя и красим фасады. А то, что по-настоящему защищать нужно, мы это не защищаем. Это рушится на глазах. Приходит человек с пачкой денег. Здесь будет торговый центр. Мне накласть вообще на ваши культурные ценности, на ваши традиции, вообще на все на свете. Вот и все. Чего вы хотите от выборов, если вы вот, вот так вот? Вот это важнее, мне кажется, даже, чем выборы. Скажи мне, пожалуйста, это документальный фильм? Да, это документальный фильм документальный фильм. У нас очень, очень много времени осталось. Он, он не будет показываться в Украине, но, ну, возможно, его где-то на каких-то платформах, да. но вот, вот Германия хочет это видеть. Вот это будет скоро показано на одном из кинофестивалей в, в Германии. Вот прекрасная работа. Я готов на колени стать перед авторами, потому что ну, вот, вот люди не молчат, они все это снимают. Они Там такие рифмы блестящие, когда одни руки делают скрип, скрипку, да, а вторые ломают, уничтожают зал уникальных, уникальных акустических показаний, показателей, да, лишь для того, чтобы там люди не собирались, чтобы не пытались опротестовать это все, да, вот, вот заявляя, что это же, это, же, это же художественное завоевание, это наша культура, вот, вот мы в этом, Нельзя это уничтожить, вот невозможно, да, у... уничтожьте Лавру. Ну что, от Киева? И так уже практически уже ничего не остается. Вот, ну вот, понимаете, вот, вот про вот это. Вот меня лично вот это волнует, да, и то, что с кино начинается, люди сняли про это фильм. Э, и это не просто публицистика, да, это еще такая образность художественная, э, вот вот с моей точки зрения, вот это важно. И здесь роль кино не меньшая, чем, чем в, в, во время выборов. Мы, кажется, очень насыщенно сегодня поговорили. Огромное количество тем успели обсудить, но большое еще количество тем осталось за кадром. Не успеваем ограниченно по времени. Я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время и пришел к нам. Напомню, еще раз: Андрей Алферов, кинокритик, журналист, был гостем сегодняшней программы Марина. Спасибо вам. На этом прощаемся. Всего доброго. Счастливо. Счастливо.